Самое большое богатство – это ум. Страшнейшая нищета – это невежество. Опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Великий дар твоим потомкам – твой добрый нрав. Сынок, не стоит водить дружбу с невеждой, ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов, ибо когда будешь ты нуждаться в помощи, он не поспешит к тебе, так и знай. Не стоит дружбы и тот, кто имеет склонность к зависти, ибо он продаст тебя за малость и покинет тебя.